Слава представляет. Всем привет. Очередной мелкий пакет. В общем, трек номер не отслеживался, но сейчас AliExpress, если много заказываешь посылок, ну, заказов делаешь в один день, он где-то в какой-то точке, в общем, перемещения консолидируется, то есть в один пакет добавляются несколько ваших заказов и меняется трек и едут к вам. Вот этот трек номер уже отслеживается. Также в приложении, ну, в мобильном или веб-интерфейсе, да, настольного компьютера, в графе «Проверить отслеживание» тоже он появляется. Так что можно отслеживать. Вот, ну, здесь все написано по-китайски, непонятно что, но я знаю, что здесь. Здесь должны быть кастомизированные провода на видеокарту. Так, значит, стоило это все дело 642 рубля 69 копеек. В общем, вот, на момент заказа. Сколько стоит сейчас, если я ссылки добавлю, я не знаю. Давайте смотреть, что пришло. А пришло два вот таких вот сверточка. И я смотрю, на них нету, как они называются, но я вам сейчас покажу. Значит, вот такие проводки. Такие провода я уже заказывал. Так что пришли, по-моему, такого же качества. В такой же оплетке, по-моему, даже с такой раскраской. В общем, это для видеокарты 6 плюс 2. Так, как они тут? Ага, вот они вот так вот вставляются. Ну, сейчас у меня здесь 70 стоит. Вот. На ней 8 плюс 6 надо будет. Но ничего страшного, один проводок убираем и прячем. Вот. В общем, проверим. Все как будет, я думаю, ничего страшного не будет. Все будет работать. Все будет работать хорошо. Так, один окрепить пока не буду. Потому что 8 плюс 6, то бишь, мне надо будет вот так вот, их крепить. Вот. Да, я уже говорил то, что уже брал, но брал один 24-пиновый, ну, это на материнскую плату, которая идет. Вот, и довольно-таки все хорошо подошло, все хорошо проложилось, и довольно-таки мне все нравится. Так, а сейчас я покажу, как это все будет дело, ну, по крайней мере, на мой взгляд, у меня работать. У меня есть специальная такая планочка, сейчас ее достану и покажу вам. Вот, значит, это гребенка, у меня их даже две штуки осталось, вот, на которую будут собираться сами провода, то есть между ними вот есть расстояние такое, верхний ряд, вот, ну, верхний ряд и нижний, и между ними вставляется вот эта штука, вот эта штука вставляется и держит верхний и нижний, и соответственно крепим сразу 6 плюс 2 на одной гребенке. Допустим, здесь пополам пилим, еще где-нибудь вот здесь. Вот. Но вот я не знаю, как быть в будущем. Хочу видеокарту менять на более мощную. На ней уже будет 8 плюс 8, то есть, ну, 2 8-пиновых разъема. И, наверное, мне придется заказывать еще вот две таких штучки. Они недорогие, но, ну, по крайней мере, когда я их брал, почему-то, когда делаешь заказ,
потом, когда уже заходишь в момент, ну, записи видео на эту ссылку, да, почему-то и цена чуть дороже, и появляется почему-то платная доставка. Вот этого почему-то не могу никак понять. Вот. Не всегда возможно. Но вот замечал такую тенденцию, то, что так бывает. Поэтому цену я вот поставлю, где-нибудь укажу, по какой цене я им брал. Вот. А какая цена будет сейчас, вы можете только узнать по ссылке в описании. Также я его укажу. Вот. Так что вот такие вот планы. Ну ладно. Пошел, в общем, это все дело пилить, кастомизировать. И, возможно, покажу, что получилось. А, да, еще не показал. Здесь обычная вот разъема мама, в которой вставляется, ну, которую на видеокарту идет, вставляет сюда, а это уже идет на саму видеокарту для красивой укладки, чтобы у вас не торчали там всякие вот эти вот провода некрасиво, а красиво вот так вот, допустим, полукругом они будут уложены и подключены вот так вот видеокарту, ну как-то так, только это все будет красиво с такими этими, я думаю, двух вполне хватит. Вот, для этого не нужно. И как удлинители, их тоже можно использовать. Ну, я не говорю, что обязательно их можно использовать как удлинители. Если хорошие, качественные, вы знаете, что они хорошие, уверены в них, то ставьте, да. А если не знаете какие-нибудь, ну, такие же могут быть китайские. Я вот сам, допустим, не знаю, какие они хорошие или нет, будут они греться или нет. Вот, но если опираться на практику, то все нормально. То есть удлинители 24 пина работают довольно-таки хорошо, уже сколько лет стоят, и ничего с ними не происходит, ничего не перегревается, ничего не греется, вроде ни запахов, ни никаких намеков нету. Ну ладно, пошел я делать, скоро вернусь. Так, ну вот что у нас получилось. Этот нам пока не нужен, мы его уберем туда вниз, наверное, за заднюю стенку. А это будет выглядеть как-то так. Это пойдут видеокарты, специально вот расстояние у меня там и на видеокарте есть. И здесь его сделал методом, просто оставил одну, это восьмую, когда будет 8 плюс 8 на карте у меня, вот, она сюда пойдет и нормально, там расстояние уже будет между разъемами на видеокарте меньше, соответственно, все будет хорошо. И вот так вот это все будет включаться. Как-то так это все будет идти туда-вниз. Но покажу, в общем, как получится. Все. Иду ставить. Финальный результат уже покажу позже. Так, ну вот, друзья. Так вот как-то все получилось. Там внизу это сейчас все еще оно подтянется, подвяжется, в общем, и все будет хорошо. А так все. Меня все устраивает. На этом все. Ссылки в описании, кэшбэки в описании. Все, давайте, всем пока.